Ну расскажи нам, почему это ты лучше плаваешь, когда тренер мужчина? Не знаю. А ты же говорила, чтобы понравиться. Чтобы нравится вам. Нам или тренеру? Вам. Правду говори. Вам. Чтобы вы меня похвалили. Ну мы тебя и так уже перехвалили. Угу. Получается плавать? Да. Уже лучше. На море уже будешь плавать сама, без мамы. Без мамы. Но мама будет рядом плавать. Ядом или рядом? Рядом. Но если с мамой попадем на глубину, то я там не достану уже. Придется маме меня там делать. Так ты представь, ты даже папу можешь с собой на глубину потащить. Папа будет в кругу, а ты без круга будешь такая. А я буду в кругу. Папа будет в кругу. Папа плавать не умеет, а ты-то папа умеешь. Плавать не умеет, но зато ему надо учиться. Поэтому папа будет со мной плавать. Учиться ты будешь учить меня, да? Да. Хорошо. Хорошо, но только не на море, а здесь. В бассейне. В Москве, в бассейне.